Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей с канала Beer TV. Обычно я провожу обзоры и делаю дегустации продуктов, которые можно найти в свободной продаже, которые можно купить в каком-нибудь фастфуде или в магазине. Но сегодня я решил это изменить. И записать нормальное видео, а не сраную дегустацию? Нет, я решил сделать обзор на товар, которого нет в свободной продаже. А именно на чипсы Принглс со вкусом огурчик Рик. Аллах Акбар! Я бы мог много рассказать про то, как я люблю сериал Рик и Морти, но все-таки это обзор еды, поэтому давайте лучше я расскажу про то, как сильно я люблю Принглс. Некоторые люди могут мне не поверить, но я действительно очень люблю чипсы Принглс. Я люблю их настолько, что каждый новый вкус я обязательно собираю. У меня уже образовалась целая коллекция. Их настолько много, что их некуда девать. Я думаю делать какую-нибудь инсталляцию из этих банок, но пока не придумал. Какую? Да что до того, что я сделал целую башню из этих банок. Я абсолютно серьезно, в моей комнате находится целая башня из этих банок Принглс. Ах да, я совсем забыл, помимо банок Принглс, у меня еще есть банка Тейс, в которую можно убирать банки Принглс, чтобы их хранить. Некоторые люди коллекционируют автомобили или дома, а я... банки Принглс. Как ни странно, но банки Принглс даже украшают интерьер. Представьте, что было бы, если бы я собирал пакеты от чипсов Лейс. От шуток скорее перейдем к распаковке. Коробка приехала к нам из магазина Dick Trip. Это магазин Сундука, того самого чела, который озвучивает сериал Рик и Морти. Ехала нам из Питера, и вот что у нас внутри. Так, во-первых, пакет Dick Trip. И во-вторых, то, зачем мы сегодня здесь собрались. Новая банка Принглс моей коллекции со вкусом Pickle Rick. Внутри, кажется, порошок, судя по всему, но доставка из Питера все-таки это. Такое дело. И теперь посмотрим чек. А в чеке написано, что 729 рублей в сумме. Это самая дорогая банка. А теперь давайте перейдем к дегустации. Коробка немного вздутая. Вроде как обычная коробка Принглс, но я ожидаю чего-то невероятного. Так, давайте откроем. Вау. Пахнет, знаете, как будто вы купили банку маринованных огурцов. Открываете ее. И запах такой вот маринованных огурцов, которые морились в уксусе. Не знаю, пахнут они восхитительно. Внутри они вот на такой глубине находятся. Судя по всему, все остальное в крошках рассыпалось по углам. Но целые чипсины есть. Давайте попробуем. Я столько времени ждал этого момента. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Я огурчик! Огурчик Рик! Вкус огурчик Рик. Когда видишь такое название, ожидаешь, что, скорее всего, у чипсов будет вкус огурца. Но, как ни странно, у чипсов вкус Рика. На самом деле, потрясающий вкус. Супер насыщенный, то есть прям вот максимальное количество всяких разных усилителей вкуса, потому что когда, мне кажется, ты ешь обычный маринованный огурец из банки, он не настолько сильно похож на маринованный огурец, насколько сильно похожи эти чипсы. То есть, серьезно, это какое-то безумие. Что можно сказать по поводу вкуса? Вкус действительно отличный, структура немного ломкая, но вкус просто охватывает тебя. Целое гастрономическое удовольствие получаешь от поедания всего лишь одной чипсины. Возникает вопрос, оправдана ли цена 700 рублей за банку? Я считаю, что да. Но потому что я сумасшедший человек, и мне нужна была эта банка. По сути, я за этим их покупал. Но оказалось, что и сами чипсы очень вкусные. Я бы на самом деле, правда, очень хотел, чтобы чипсы с таким вкусом появились в продаже. Не обязательно именно с огурчиком и риком, это могут быть просто чипсы Принглс с маринованным огурцом, потому что этот вкус, он
он очень хорош. То есть как бы идет сочетание картошки от самих чипсов и сочетание вкуса маринованного огурца. И в сумме получается как полноценный обед картоха с маринованными огурцами. Очень вкусно, очень прикольно, очень мне нравится. И я очень надеюсь, что подобный вкус, возможно, когда-нибудь появится и в обычной продаже. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Что можно сказать в итоге? Я доволен. Я поставлю вкусу этих чипсов 10 из 10, структуре этих чипсов 7 из 10 и насыщенности вкуса 10 из 10. Дизайн банки — это десятка. На самом деле, из всех серий Рика и Морти, серия про огурчика Рика была одной из моих самых любимых, и у меня было ощущение, что эти чипсы сделаны специально для меня. Плюс такая большая любовь к чипсам Pringles. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следующий ролик я планирую делать не дегустацию, как ни странно, а кое-что серьезное, масштабное, интересное и экспериментальное в плане ролика для моего канала. Буду рад, если посмотрите и следующее видео. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.